журналиста, лауреата международных и национальных профильных фестивалей, конкурсов, ведущего и автора телепрограммы «Третий микрофон». Здравствуйте, третий микрофон. Но не в парламенте, который сам себя поставил вне закона, а здесь, где творится история, и где творят ее те, кому и положено, народ Республики Молдова. Я хочу вам процитировать нашего любимого ИО, Мариана Лупу. «Граждане Молдовы, — сказал он в одном из недавних своих интервью, — хотят сохранить то, что они завоевали в последние годы, ну то есть в последние 2 года. Свободу, курс на современное развитие и благосостояние, — сказал нам Лупу. Оказывается, в последние 2,5 года каждый из вас стал жить значительно лучше. Может быть, это правда? Пускай договаривают, пускай скажут честно, что лучше стали жить они и олигархи, у которых они как проститутки находятся на содержании. Оказывается, мы движемся каким-то курсом современного развития, если верить вот этой цитате. Закрытие школ, закрытие больниц, ликвидация примарий, ликвидация районов, ликвидация последних льгот, социальных гарантий. Вот что такое их новый современный курс. А тот акт национального предательства, национальной измены и национального унижения, который в эти минуты происходит в Ясах. Вот что такое их новый курс. И мы знаем, куда он нас может завести, если мы их вовремя не остановим. Закрыв все, что можно закрыть, они попробуют закрыть и нашу страну, и наше молдавское государство. Так давайте их остановим. Молдова! 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 Оказывается, у нас наступили гражданские свободы. Если им верить, у нас начались настоящие европейские свободы. Оказывается, привлекать к ответственности участников мирных протестов, таскать по прокуратурам депутатов от оппозиции – это европейские свободы, по их мнению. Оказывается, отключать единственный оппозиционный канал в стране, который имеет позицию и не боится ее высказывать – это по ним европейская свобода. Так вот, они не могут отключить ни нас, ни наше общество, ни наше мнение, ни наш протест, ни нашу борьбу против них, которая есть борьба за наше выживание, за наше государство, за нашу страну. Оказывается, если верить Лупу, они нас с собой осчастливили. Так какого раскаяния мы ждем от них? Оказывается, если верить Лупу, мы должны быть счастливы, что у нас такое правление. По-видимому, власть лишила этих людей остатков разума, поскольку человек в здравом уме такого никогда не скажет. Но власть, по-видимому, лишила их и остатков совести, поскольку человек со стыдом такого тоже никогда не скажет. Долой безумную и бесстыдную власть! ЖОС Альянса! ЖОС Альянса! ЖОС Альянса!